Вы могли бы смотреть этот обзор прямо на потолке, лежа на кровати. Сейчас расскажу как. Привет, это Ира, вы на канале М-Видео, и сегодня о том, как выбрать проектор для дома. Для начала внимательно посмотрите на свою квартиру. Это вообще самый важный шаг при выборе проектора. Например, проектор вам нужен только для того, чтобы смотреть по вечерам фильмы, ночью в полной темноте или днем, когда светло. Поэтому важно выбрать проектор с достаточно сильным световым потоком, то есть яркостью. Для темного помещения с плотными шторами или ночных просмотров кино будет достаточно и 1000-1500 ANSI люменов. Например, такими показателями обладает Nebula Cosmos Max. Это ламповый проектор с картинкой и соотношением сторон 16:9, киношной классикой. Почти все современные кинокартины снимают в данном соотношении. Это значит, вы не увидите черных рамок, только картинку. И еще дополнительный бонус – встроенный Wi-Fi приемник, с которым проектор может автономно подключаться к интернету и быстро загружать любой контент. Из приятного отмечу дизайн – необычные овальные формы и дисплей с имитацией звездного неба. Настоящий космос под рукой. А мощная акустическая система с 4 динамиками с общим показателем 40 Вт и при поддержке технологии Dolby Digital Plus поможет максимально погрузиться в происходящее на экране. Следующий важный вопрос, на который нужно ответить, не выходя из квартиры. А где этот проектор разместить и каким будет расстояние между ним и проекцией? От минимального и максимального фокусного расстояния зависит размер и качество картинки. Вот отличное сочетание разрешения, контрастности и автофокусировки в проекторе XGMI Horizon. Правда, это уже Full HD, но с поддержкой 4K. Но он с легкостью превратит комнату в домашний кинотеатр с гарантией полного погружения в кино или сериалы. Это устройство создает яркое, детализированное и контрастное изображение с реалистичными цветами. Буквально или технически он может заменить даже телевизор. Минимальный размер проецируемого изображения 30 дюймов, максимальный 300 дюймов. А вот ANSI люменов тут 2200, а за качественный звук отвечает 2 8-ваттных динамика, специально разработанных для Horizon компанией Harman Kardon. Из дополнительных функций у этого проектора сверхнизкая задержка в игровом режиме, а при просмотре, например, футбола изображение четкое и неразмытое благодаря технологии MEMS. Еще у него есть интеллектуальная регулировка яркости, то есть встроенный оптический датчик для коррекции изображения, а также обхода препятствий при автофокусировке. И переходим к самому важному – качеству изображения. На него, кроме всего уже перечисленного, влияют два параметра. Это, конечно, разрешение, как у телевизора, и контрастность. С первым все понятно. Чем выше разрешение, тем более детально изображение. А вот контрастность отвечает за соотношение самых светлых участков изображения к самым темным. Чем этот показатель выше, тем четче будет картинка. Рекомендуем выбирать 1000:1 или выше. Вот, например, как эта новинка в мире проекторов GMGO N1 Ultra. Он обладает всеми вышеперечисленными функциями, как и Nebula Cosmos Max 4K, но уже со своими особенностями. Это лазерный проектор с разрешением изображения 4K, но вот яркостью уже в 2200 SVIA люмен, высокой контрастностью 1600:1 и различными интеллектуальными настройками. Он сам найдет экран и выставит оптимальное изображение, чтобы с этого конкретного расстояния получить качественную проекцию. Из фишек есть обход препятствий, защита глаз, режим пониженного синего и выравнивание изображения под экран. Например, при расстоянии всего в 2,5 метра от экрана этот проектор даст качественную картинку с диагональю в 100 дюймов, уже шире большинства плазм. Максимальная же диагональ изображения у этого проектора – целых 300 дюймов, динамиков – 2, по 10 Вт каждый. Звук качественный и глубокий благодаря разработке компании DynAudio. Настоящий кинотеатр у вас дома! И не забудьте про удобные для вас разъемы и системы крепления проектора. Проверьте наличие нужной конфигурации в характеристиках модели на сайте. А если остались вопросы, приходите в М-Видео, и мы лично поможем вам выбрать ваш новый домашний кинотеатр. Пока!